Мне тут на днях в комментариях на Ютубе задали вопрос, как я отношусь к россиянам, которые не поддерживают войну. Ну, мое отношение к этому вопросу следующее. Не поддерживают войну. Это как бы, знаете, ну, в принципе, уже неплохо. Ну, как для нас это вообще ни о чем. Потому что я, в принципе, тоже не поддерживаю войну и, в принципе, тоже как бы за мир во всем мире. Вот. Поэтому это реально ни о чем. А вот россияне, которые против войны России с Украиной, это уже как бы другой вопрос. И формулировка подразумевает совсем другой смысл. Теперь дальше. Россияне, которые против войны с Украиной и конкретно против этого, так сказать, ну, выступают или тем более, если предпринимают какие-либо действия, например, там курят, знаете, да, такие случаи часто бывают, курят. Там, где, в принципе, курить запрещено. Вот. Или что-то делают, там какие-нибудь там поезда с рельс внезапно сходят. Вот. Это уже совсем другое дело. А вот те россияне, которые выступают на антивоенных митингах и как бы против войны, понимаете? Ну, это такое дело, очень расплывчатое. Тем более, очень смешно и противно смотреть на то, когда два мента с какими-то палками там гонят 150 человек по улице, а те от них убегают. Вот. Вместо того, чтобы тупо развернуться и вломить этим двум мусорам конкретных люлей, вот. Одни убегают, а вторые снимают на телефон. Ну, поэтому это я, например, считаю, что полная фигня на самом деле. Пока человек не предпринимает никаких действий, а пассивно за всем этим наблюдает, он является соучастником этого преступления, которое творит Российская Федерация на территории Украины, захватывая наши города и убивая наших граждан. Вот и все.